Здравствуйте, в эфире канала «Россия». Итоговая информационная программа «События недели». Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов на этой неделе принял участие в Международном экономическом форуме, который проходил в Санкт-Петербурге. Традиционно это одна из крупнейших площадок в стране, где происходит прямой диалог между властью и бизнесом. Основная тема – суверенное развитие – основа справедливого мира. В мероприятии приняли участие представители десятков стран мира. На форуме были представлены основные направления развития России в общемировом контексте до 2040 года. Для регионов это хорошая возможность обозначить совместные планы с представителями бизнеса и финансовых организаций. И в рамках форума Рашид Тимрезов встретился с председателем правления банка ВТБ Денисом Бортниковым, с которым подписал соглашение в области реализации экономической, инвестиционной и социальной политики. Одно из ключевых направлений – расширение взаимодействия банка с компаниями, реализующими приоритетные для региона проекты, в том числе включенные в модель экономического развития. Это и разработка, и реализация совместных инвестпрограмм, программы инновационного развития промышленного комплекса, техническое перевооружение и модернизация предприятий. Рашид Тимрезов выразил надежду, что это окажет положительное влияние на социально-экономическое развитие республики. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов встретился с военным комиссаром республики Сергеем Белобородовым. Комиссар проинформировал о ходе работы военкоматов по отбору граждан на военную службу по контракту из числа жителей Карачаева-Черкесии, пребывающих в запасе. Также обсудили комплекс вопросов организации помощи военнослужащим. При непосредственном участии республиканского военкомата налажено взаимодействие Единого республиканского штаба по оказанию помощи военнослужащим с командирами воинских частей и подразделений, где проходят службу жители Карачаева-Черкесии, участники СВО. Рашид Тимрезов считает эту работу одной из приоритетных. Личный контакт членов правительства, глав городов и районов с нашими земляками и их командирами на месте проведения СВО помогает сделать поддержку еще более оперативной, адресной и эффективной, отметил глава республики. В Черкесске прошел патриотический форум «Истории забытых деревень», организованный коллективом Тверского государственного университета. Визит педагогической делегации в нашу республику связан с личностью 100-летнего ветерана Хамита Абуловича Канаматова, который в годы Великой Отечественной войны служил в дивизии, начинавшей свой боевой путь в Калининской, позже Тверской области. На мероприятии побывал Артур Мхце. Я без заглядки написал на этой плите 355-ю знаменитую, прославившую себя победами дивизию. Ветераны из Карачаева-Черкесии Хамиту Канаматову только что вручили реплику или копию того самого знамени, под которым он в годы Великой Отечественной войны освобождал захваченные фашистами территории в составе 355-й стрелковой дивизии, начинавшей свой боевой путь в Калининской, ныне Тверской области. Это стало возможным во время патриотического форума «Истории забытых деревень», который прошел в Центре молодежного инновационного творчества и был организован при участии в том числе некоторых потомков бойцов, сформированного в Кировской области войскового подразделения. Дело в том, что наш проект «История забытых деревень», он про деревни, про забытые деревни. В частности, мы начинали его в Тверской области, в военное время называется Калининская область. И при съемках предыдущих серий мы нашли достаточно много материалов про 355-ю дивизию, в которой сражались как кировчане, так и с Карачаево-Черкесии бойцы. Изучая во время реализации патриотического проекта архивные материалы, общественники выяснили, что в Карачаево-Черкесии сегодня живет человек, который в годы войны находился в составе гвардейской дивизии – Хамит Абулович Канаматов. Поэтому на его малой родине и было решено провести очередной слет ценителей истории и Отечества, куда пригласили школьников и студентов образовательных учреждений республики. Я надеюсь, что мы зародим зерна в юных головах, в нашем поколении,
чтобы они задумались. И для меня будет счастьем, если они придут домой и начнут что-то искать. В интернете, в библиотеке, начну спрашивать там у дедушек, у мам, пап, а расскажи, пожалуйста, что это было, как это было. Вот если это получится, я буду очень счастлив. Инициаторы проекта организовали для молодых людей интерактивные площадки, где все желающие могли ближе познакомиться с частью истории нашей страны. Артур Мухцели-Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. На этой неделе глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов побывал в Хабесском районе. В ходе рабочей поездки он ознакомился с производством фирмы «Дадым» в ауле Малый Зеленчук. Затем в Хабезе состоялся прием граждан. Обо всем по порядку. Альбина Ламкова. Продукция кондитерских изделий – одна из самых популярных и любимых. Конкуренция в этой сфере большая, поэтому главное в этом направлении – качество. Каждый производитель хочет создать лучший продукт. К этому стремится и фирма «Дадым». Впечатляет масштабы и безусловная чистота предприятия. В производстве используют современный комплекс по переработке сельскохозяйственной продукции и изготовлению кондитерских изделий. Благодаря приобретенному и смонтированному оборудованию запущены линии по производству муки высшего сорта, а также сахарного печенья производительностью 1 тонны в час. Вкусное печенье очень любят. А вот так вы его покупаете? Вот так. По 8 килограммов. Это не... Коробка 8 килограммов. 8. На новые объемы выходит цех по производству хлебобулочных изделий. Есть своя лаборатория качества. Созданы хорошие условия для сотрудников, в том числе собственная столовая. В планах руководства компании на ближайший год увеличить объем производства. Сейчас на предприятии трудятся до 45 человек. Производят печенье для школьников, соблюдая необходимые требования к детскому питанию. Для школьников 20 грамм. Потом в администрации аула Хабез глава региона Рашид Тимрезов встретился с жителями района. На прием со своими проблемами обратились несколько человек по вопросам здравоохранения. Большинство из них социального характера, касались и жилищно-коммунальной сферы. Была просьба в организации собственного дела. Чтобы в этом году мы уже решили, а что конкретно вы хотите делать? Хочу металлотеку, дверь там. У тебя там дома или? По всем поступившим обращениям граждан даны необходимые разъяснения. Часть вопросов удалось разрешить в ходе приема населения. Остальные взяты под личный контроль Рашида Тимрезова. Были не только просьбы. Звучали слова благодарности от жителей аула Зиюка. И много лет уже слежу за вами и за вашей работой. И знаю, что вы очень много сделали и до сих пор делаете. Поэтому огромное вам спасибо. После состоялась двухсторонняя встреча между главой республики Рашидом Тимрезовым и главой Хабесского района Тимуром Жужуевым. На ней были рассмотрены вопросы социально-экономического развития муниципалитета. Альбина Ламкова, Либастанов, Вести, Карачаево-Черкесия, Хабесский район. С рабочей поездкой глава республики побывал и в Прикубанском районе. Рашид Тимрезов оценил ход строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Чапаевском, встретился с жителями района, провел двустороннюю встречу с руководителем муниципального образования. Подробности у Артура Мхце. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Чапаевском площадью около 2500 квадратных метров вышло на финишную прямую. По словам подрядчиков, работы по возведению спортивного сооружения в Прикубанском районе выполнены на 90%. Осталось провести некоторые коммуникации и добавить косметики. После сдачи объекта в эксплуатацию есть уверенность, что эти помещения пустовать точно не будут. Я думаю, будут люди радоваться такому объекту. Все, вот я сам с аула, и все мечтают, чтобы у них были вот такие спортзалы, вот это все. Вот все удобства для людей, это все делается. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимризов начал рабочую поездку по Прикубанскому району именно с этого спортивного объекта. Сдача комплекса планируется в середине лета. К тому времени должны быть учтены и качественно выполнены все проектные задумки. Руководитель региона обошел здание, осмотрел места для будущих занятий различными видами спорта. Дал некоторые рекомендации строителям, чтобы к их работе потом не было никаких нареканий. Предполагается, что здесь можно будет заниматься игровыми и индивидуальными дисциплинами, а также повышением общей физической подготовки с помощью тренажеров. Это один из трех таких крупных объектов. Один из них располагается в Верхней Шахаре, другой в Рубском районе. Вот, а это третий здесь, в Прикубанском поселке Чапаевске. Стоит ли нам ждать еще подобных объектов в целом по развитию массового спорта?
Конечно, у нас планируется ряд крупных и менее крупных объектов, да, на территории. В этом году только у нас планируется к вводу всего 15 объектов. Глава региона также дал поручение в следующем году приступить к капитальному ремонту школы в Чапаевском на 700 мест, которая находится недалеко от нового спорткомплекса. Чуть позже Рашид Тимрезов провел прием граждан в здании районной администрации. По большинству вопросов людям была необходима оперативная помощь. Установка пандуса в частном домовладении и специализированное питание для ребенка, завершение работ по вводу газа, получение субсидий для многодетной семьи, поиск решения проблемы с пропавшей крышей, создание детской игровой территории. По всем вопросам членам правительства были даны соответствующие рекомендации. Великий строитель взял там что-то разобрал, решил отремонтировать, я так понимаю, ну, управляющая компания, которая там была. Их находить, и сейчас сезон дождей, осень сезон. Решение быстро мне предлагать и давайте оперативно решать. Там просто с каждым годом... Оперативно решать, я имею в виду, это решить этим летом. С каждым годом сейчас, я все прекрасно понимаю, что когда крыша течет, и по стены, и сырость, и дети, это, ну, конечно, надо делать. Чуть позже глава республики провел двухстороннюю встречу с руководителем Прикубанского района Ахматом Семеновым, в ходе которой обсудил важные вопросы, от которых зависит комфорт и благополучие жителей, социально-экономическое развитие всего района. Рабочая поездка завершилась совещанием по теме прогнозируемого сбора урожая сельхозпроизводителей, а также об оказании им поддержки в связи с периодами подтопления. Артур Мухцели Бастанов, Вести Карачаево-Черкесия, Прикубанский район. Сейчас реклама, после продолжим. Уважаемые жители Карачаево-Черкесской Республики, в честь праздника Курбан-Байрам торговая компания «Татаев» совместно с мировыми производителями и фабриками дарит вам масштабную акцию. Более 100 тысяч наименований товаров из Азии, Европы и России по суперпривлекательным ценам. А также напоминаем вам, что при покупке от 40 тысяч действует бесплатная доставка по всем республикам СКФО. Не упустите возможность сделать свой дом еще более уютным, комфортным и красивым с компанией «Татаев». Наши специалисты всегда рады помочь в выборе товаров и ответить на все ваши вопросы. Акция продлится до 30 июня, поэтому поспешите. Ждем вас на грандиозной акции года. Торговая компания «Татаев». Всегда низкие цены. Мама мия! Слоны и тигры в Кисловодском цирке. Телефон 2-96-58, категория 0+. Хирургия катаракты. Любой сложности в клинике глазной хирургии доктора Крылова «Окулюс Арт». Доваторцев 39А, 43, 73, 87. Фонд Академии Российского Телевидения объявляет прием работ для участия в 22-м Всероссийском телевизионном конкурсе «ТЭФИ-регион». Условия участия на сайте tefi.ru. Какие товары выбрать? Выбирайте товары, отмеченные российским знаком качества. Проверено Роскачеством. Покупайте смело. В Карачаево-Черкесии полицейскими ликвидирован подпольный цех по производству спиртосодержащей продукции, сообщили в Министерстве внутренних дел России. Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Карачаево-Черкесской республике пресекли деятельность подпольного цеха, в котором злоумышленники изготавливали алкогольную продукцию. На территории склада на окраине города наши сотрудники обнаружили производственную линию свыше 60 тысяч бутылок водки различных наименований, 5 тысяч литров, подготовленной к переработке спиртосодержащей жидкости. Следственными органами полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 171 прим. 3 Уголовного кодекса Российской Федерации. По подозрению в организации незаконного производства задержан арендатор помещения. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности.
Медицинские работники Карачаево-Черкесии отмечают сегодня профессиональный праздник. Теплые и добрые слова в эти дни адресованы людям в белых халатах. В преддверии Дня медицинского работника в Государственной филармонии состоялось торжественное награждение лучших представителей сферы здравоохранения. Репортаж Аллы Динаевой. Каждый сидящий в этом зале уже доказал свою верность выбранной профессии. За их плечами не один год ответственного, нелегкого, но жизненно важного труда. От имени главы Карачаево-Черкесии, который в эти дни принимает участие в экономическом форуме в Петербурге, приглашенных на торжественное мероприятие поприветствовал, поблагодарил за работу и поздравил с Днем медицинского работника председатель правительства республики Мурат Аргунов. Звание «Заслуженный работник здравоохранения» присвоили медицинской сестре Розе Мазовой Абазинской центральной поликлиники, а 10 докторов республики стали заслуженными врачами Карачаево-Черкесии. Среди награжденных Елена Алексеенко, заместитель главного врача по лечебной работе Республиканской стоматологической поликлиники. Это было очень неожиданно и очень приятно. В день нашего праздника профессионального, я уже 25 лет как работаю в Республиканской стоматологии, хочу поздравить всех своих коллег, главного врача, нашего министра здравоохранения Шаманова Казима Зреталиевича. Огромное всем спасибо за такую награду, за такую честь. Все были здоровы. Всегда над нами светило яркое солнце, мы не знали мы никаких бед, и все было у нас прекрасно. О работе медиков Ирина Гербекова знает не понаслышке, ведь она сама доктор, возглавляла Зеленчукскую ЦРБ, затем Республиканскую клиническую больницу, после Минздрав. И вице-премьер рассказала о том пути, который прошла наша республика в здравоохранении за последние 12 лет. И начинается 11-й год, и сразу переработана программа модернизации, подготовлены одинаковые условия для всех учреждений. Запускается ремонт 28 учреждений. В первый же день вот сидит с моим кандидатом и скажет, главой принято решение о передаче поликлиники туберкулезного диспансера, то здание, которое планировалось отдать под частную поликлинику. Сразу начинается работа по запуску строительства детской республиканской больницы. Глава в первые же дни обращается председателю правительства, президенту Российской Федерации с просьбой о помощи по этому объекту. Следом сразу начинается программа по модернизации всех объектов. Активно начинает работать сосудистый центр. За многолетний труд и высокий профессионализм ряд сотрудников системы здравоохранения республики удостоились наградных знаков «Отличник здравоохранения». Высокая оценка нашего труда, это, конечно, опять-таки заставляет нас думать о том, что мы должны и дальше стремиться к лучшему, преодолевать все трудности. И все это на благо того, чтобы наша Карачаево-Черкесия процветала, и все люди на этой земле были счастливы и здоровы. Будут здоровы, будут и счастливы. Более 25 лет я проработала, ни на секунду не сомневаюсь, если бы пережить все это заново, пережила бы и прошла бы тот же самый путь. Я очень люблю свою профессию, безумно люблю свою профессию. Добросовестный многолетний труд медицинских работников был отмечен почетными грамотами Президиума Народного собрания Республики, которые вручил председатель Комитета по здравоохранению и социальной политике парламента Хасан Хубиев. Грамотами Министерства здравоохранения руководитель ведомства Казим Шаманов наградил ряд сотрудников. Задач у медицинских работников республики немало, но главное, коллективы отличаются профессионализмом и дружностью. Алла Динаева, Олег Молхожев, Вести, Карачаево-Черкесия. В Черкесске социальное такси впервые начинает свою работу. Этот сервис не похож на привычные услуги перевозок. Такси создано для перевозки маломобильных граждан. Что нужно знать, чтобы воспользоваться данной услугой, знает Дарья Тендит. Государство уделяет особенное внимание обеспечению материальными и социальными благами недееспособных граждан. Люди с ограниченными возможностями здоровья смогут оформить заказ социального такси. Транспорт можно заказать не при любой надобности, а только при высокой необходимости в нем. Среди пассажиров социального такси – пожилые люди, инвалиды, больные дети, ветераны, малоимущие. Автомобиль адаптирован под нужды людей с ограниченными возможностями. Сегодня по поручению президента Российской Федерации запускаем службу социальной такси в пилотном режиме
считаем, что социальное такси станет очередной серьезной поддержкой для самых незащищенных групп населения нашей республики. Транспортные средства имеют опознавательные знаки, эмблему голубого цвета и контактный телефон диспетчерской службы. Воспользоваться социальным такси может определенная категория льготников и только два раза в месяц. Проезд для инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, ветеранов будет бесплатным. Для другой категории социально нуждающихся стоимость существенно ниже, чем обычно. Предоставляется данная услуга в случае высокой социальной необходимости. Заявку нужно оформить за несколько дней до предполагаемой поездки. Социальные службы строго контролируют запрос на этапе рассмотрения. Работает диспетчерская служба у нас. Значит, у нас номера телефонов на самом такси. Можно обращаться в любое время в виде заявок. Работа такси она будет рассчитана, значит, по заявкам. Формируются заявки, и уже в течение, значит, следующего дня, значит, человек получает услуги. Социальное такси сегодня очень востребовано. Городские власти собираются в ближайшее время приобрести еще не один такой автомобиль. Дарья Тендит, Али Бастанов, Вести Карачаево-Черкесия. Более 350 верующих Карачаево-Черкесии отправились в Саудовскую Аравию, в город Мекку, чтобы совершить хадж. В мечети Аль-Харам находится главная святыня ислама, священная Кааба. Хадж – пятый столб ислама, его должен совершить раз в жизни каждый мусульманин, имеющий для этого силы и средства. Причем деньги на поездку должны быть заработаны исключительно честным путем. В соответствии с религиозными предписаниями, совершение хаджа займет у верующих 20-25 дней. Один из главных мусульманских праздников – Курман-Байрам – верующие встретят на святой земле. Паломники участвуют в религиозных обрядах, просят Всевышнего о прощении грехов, ниспослании мира и здравия. В Карачаево-Черкесии появилась ассоциация юных тренеров, члены которой проводят тренинги по профилактике наркомании. А до этого социально значимый молодежный проект «Профилактическая ассоциация «Будь выше» стал победителем конкурса молодежных проектов СКФО. О сути проекта нашему корреспонденту Белле Джазаевой рассказали его руководитель Карина Тамбиева и его участники Руслан Айбазов и Альбина Джабуева. Карина, добрый день. Хочу поздравить с тем, что вы стали автором проекта молодежного. Он называется «Будь выше». Мне бы хотелось, конечно, у вас узнать суть проекта, на что он направлен, этот проект. В прошлом году я участвовала в грантовом конкурсе СКФО от Федерального агентства по делам молодежи и защищала проект «Профилактическая ассоциация «Путь выше». Он направлен на профилактику асоциальных проявлений в молодежной среде. А в чем заключается проект? Мы решили отобрать молодых лидеров, чтобы обучить их, и потом они обучали бы других ребят о том, что плохо, что хорошо, и в чем уникальность нашего проекта? Это методика «Равный обучает равного». Ну, у нас уже есть результаты. Мы провели тестирование для более 300 студентов города Черкесска. Выявили первый этап 40 студентов наиболее активных, которым мы в дальнейшем провели лекции о том, как проводить лекции по профилактике наркомании, как работать с молодежью. И вторая часть вот этого отбора – эти же ребята, они сами организовали квест для первокурсников СПО города Черкесска. Для 50 ребят они сами от начала до конца продумали, приурочили это ко дню борьбы с табаком. Вот. И таким образом мы уже и на теории, и на практике смогли определить самых лучших, достойных 20 ребят. Этих 20 ребят мы пригласили в Домбай на школу юных тренеров, где наши эксперты в течение нескольких дней проводили для них обучение. Можно назвать это тренинг для тренеров будущих. То есть они их учили, как строить тренинги, то есть как их проводить. И там же на практике они начали разрабатывать свои тренинги. Потом наши эксперты им помогали, но мы и в дальнейшем будем им чуть-чуть помогать. Карина, если я не ошибаюсь, данный проект стал победителем молодежных проектов, которые в прошлом году проходили у нас в Карачаево-Черкесии.
В прошлом году проходил на территории Карачаево-Черкесской Республики форум «Дни карьеры» в КЧР. В рамках данного форума впервые в Карачаево-Черкесии проходил грантовый конкурс. Назывался он «Конкурс молодежных проектов СКВО» в 2022 году. Вот. И я подала заявку и победила в данном конкурсе. Защита проектов у нас проходила в городе Черкесске, как я уже сказала, в рамках форума. Мы обращались к профильным ведомствам. Вот у нас есть исследовательский центр. Мы запрашивали у них данные. Мы взаимодействовали с антинаркотической комиссией Карачаево-Черкесской Республики, которую возглавляет, как известно, глава нашей республики. Мы обращались в наркологический центр. Ну, такие профильные, такие ведомства. Скажите, при чьей помощи реализуется этот проект? Ну, вообще, когда разрабатываются молодежные проекты, есть такая графа, как партнеры проекта. И мы, когда проводили анализ, мы выявили тех людей, те организации, которые были бы нам полезны. Мы однозначно поняли, что это наркологический центр, что это Министерство по делам молодежи, а также, самое главное, у нас в республике существует антинаркотическая комиссия Карачаево-Черкесской Республики, которую возглавляет глава. Мы обратились к ним уже с разработанным проектом и получили письмо поддержки. Вот. И они в течение года они помогают консультациями, другими поддержками. Вот, допустим, то, что ассоциация тренеров будет проводить тренинги уже, они научились, а теперь будут проводить для своих сверстников 1000 ребят. То есть мы эту инициативу подали антинаркотической комиссии, они включили данное мероприятие масштабное в месячник антинаркотической направленности Карачаево-Черкесии. Руслан, вы являетесь тренером-экспертом данного проекта. Вы верите в успех? Меня пригласили в качестве тренера. Я директор автономной коммерческой организации дополнительного образования Центра развития профессиональных компетенций. И в рамках своей организации провожу разного уровня тренинги. И в данном случае запрос был такой, чтобы провести такой неформальный обучающий блок для ребят, 20 человек, для того, чтобы их подготовить к такой тренерской культуре, жизни, и для того, чтобы они уже могли самостоятельно начать вот работать в этом направлении. Ребята очень талантливые. В первый день у нас было больше теории, а во второй день подготовили уже качественные свои такие мини-проекты, выступили на разные тематики, и если до этого момента я еще как-то думал, ну, справятся ребята или нет, то здесь я уже увидел, что действительно они способны и на своих площадках смогут провести тренинги, и действительно это может помочь в рамках борьбы вот с девиантным поведением, потому что, по сути, даже если это тренинги не на эту тему, это тренинги, которые вызывают интерес к той или иной деятельности, пусть это финансовая грамотность, проектная деятельность, тайм-менеджмент и так далее. Поэтому я убежден, что результат будет очень хороший. Альбина, скажите, в чем заключалось ваше участие в данном проекте? Ну, я являлась одним из участников Ассоциации юных тренеров, то есть принимала участие во всех лекциях и образовательных программах, которые были организованы этим проектом. Также мы проводили анкетирование, точнее, я была участником этого анкетирования. После мы получали образовательные блоки, это были лекции. Также мы организовывали квест для своих сверстников, для первокурсников. Как уже повторюсь, как сказала Карина, в день табака, то есть мы выступаем против девиантного поведения, против устоев, которые являются неправильными в обществе, которые общество не воспринимает и не будет принимать, потому что это отклонение от его норм. После же мы, это несколько человек, это была небольшая группа организована, активисты, которые принимали участие в самом тренинге, то есть сначала это был образовательный блок, потом мы писали свои тренинги, и в том числе хочу детально уделить время тому, что вот была у нас команда, 4 человека, я в том числе, и мы организовали такой тренинг, который назывался «Тайм-менеджмент» и называется «Управление временем», и мы раскрыли эту тему через девиантное поведение. То есть мы уверены в том, что человек, у которого отсутствует тайм-менеджмент, который не умеет управлять своим временем, он так или иначе приходит к девиантному поведению.
и постарались раскрыть эту тематику. И сейчас надеемся, что уже на этой неделе и на следующей неделе будем проводить образовательные блоки с участием нашей команды и с первокурсниками различных вузов и СУЗов, чтобы проявить свои знания теперь уже на практике. Я благодарю вас за участие в нашей программе и желаю успеха в реализации вашего проекта. Спасибо. Такими событиями отмечена уходящая неделя. Хорошего вам настроения и всего доброго.